Ребят, все очень просто. Знаете, если вы с таким подходом начнете жизнь в новом году, то оно действительно для вас будет так. За 2 года у меня прошло обучение более 2500 человек, и многие из них пишут мне лично. При этом они пишут как раз эти слова, которые я вам сказал, что все действительно очень просто. Для этого нужно лишь потратить немного времени на выработку навыков. И это касается всего, будь то бизнес, какая-то сфера знаний, да? Когда мы даже учим английский, нам нужны навыки для того, чтобы банально напрактиковать, да, произношение. В бизнесе таких деталей, которые нам нужно напрактиковать, очень много. Это и продажи, это и работа с поставщиками, это и реклама непосредственно. Очень много деталей окружают. И почему-то у одних бизнес получается, да, у других нет. И разница лишь в одном. В том, что определенные люди просто больше времени потратили на тренировку навыка, да, а другие нет. Другие пытаются все сделать с наскока. Так вот, я вам предлагаю Новый год начать с того, что вы будете больше времени тратить на тренировку навыка в бизнесе. И поверьте, у вас все будет получаться гораздо быстрее и эффективнее. И особенно, если вы пойдете в программу коучинг, которая будет стартовать уже в новом году, то просто возьмете те инструменты, которые сработали для сотен ребят, которые уже успешно ведут свой предпринимательский путь. В преддверии и в канун вообще новогодних праздников мы сделали специальные условия участия в новой программе, которые уже вам доступны. Это значит, что вы сейчас можете по сниженной цене на специальных условиях пройти коучинг-программу, включиться в нее и стать участником живого потока. И до того, как эта программа начнется, получить доступ уже сейчас к огромному количеству бонусов, которые вы сможете использовать и уже начать тренировать определенные бизнес-навыки. Поэтому используйте те условия, которые мы сделали в период новогодних праздников, потому что еще чуть-чуть буквально и цены снова повысятся. Используйте свой шанс, используйте время и сохраните часть ресурса для того, чтобы потратить его на рекламу, на товары, на какие-то эксперименты и тесты. Включайтесь в новый тренинг и увидимся в коучинг-программе. Пока-пока!